Как чувствует себя малый и средний бизнес сегодня в Приморском крае? Какие тенденции на рынке? Все это обсудили на 5-м съезде лидеров «Опора России», стратегическим партнером которого выступил банк ПСБ. На пленарном заседании «Инвестиционный и туристический потенциал Приморского края. Международная кооперация и экспорт» выступил руководитель по стратегическому развитию блока среднего и малого бизнеса ПСБ. Для оценки состояния деловой активности МСП в Приморском крае мы используем наш аналитический инструмент индекс RSBI – деловой активности малого бизнеса. Сейчас деловая активность малого бизнеса в Приморском крае находится на хорошем растущем уровне, составляет 53,6 пункта и поддерживается сохраняющейся высокой доступностью кредитных ресурсов и высокой инвестиционной активностью. Отдельно отмечу, что в Приморском крае множество предпринимателей на вопрос о том, готовы ли они рекомендовать своим знакомым открывать новый бизнес, 38% ответили, что да, действительно рекомендуют. И это значение на 5 процентных пунктов выше, чем в среднем по Российской Федерации, что отражает высокий уровень оптимизма предпринимателей относительно перспектив своего бизнеса. Мероприятие объединило представителей деловых кругов со всей страны. На пленарном заседании губернатор края раскрыл секрет успеха предпринимателей Приморья, которые традиционно показывают высокие результаты деятельности. Секрет развития в самом городе Владивостоке, в той, как говорится, внутренней жилке людей, которые сами по себе хотят жить лучше, хотят больше зарабатывать. Это, безусловно, окружение тех стран, наших соседей и Китайской Народной Республики, и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые задают тон. Основными темами форума стали инвестиционный и туристический потенциал региона, международная кооперация и экспорт. Если посмотреть на валовый региональный продукт Приморского края, то основные драйверы – это торговля и это логистика. Вот логистика – это вот специфика Приморского края, поэтому вот две отрасли, и сейчас мы еще буквально там после сессии рассматривали о том, что туризм имеет большие перспективы для Приморского края. Сейчас его доля в валовом региональном продукте, она не такая уж и большая, там порядка 7%, но ожидаем, что она будет расти. Туризм, он дает очень большой мультипликативный эффект, который дает стимул к развитию других направлений деятельности. На собственной сессии «Инвестиции в будущее. Как получить банковское финансирование и господдержку для проекта с нуля» эксперты банка рассмотрели успешные практики и механизмы поддержки инвестпроектов в регионе, обсудили вопросы обеспечения бизнеса и инвесторов доступными финансовыми ресурсами и инструментами. Для малого и среднего бизнеса в Приморском крае у нас доступен весь спектр наших финансовых продуктов – кредитных и расчетных. Отдельно остановлюсь на современном кредитном продукте «Лимит открыт». Это кредитный продукт, в рамках которого банк самостоятельно рассчитывает достаточный для бизнеса клиента кредитный лимит, и клиенту не нужно за ним отдельно обращаться, и он уже получает предодобренное решение. В Приморском крае таких кредитов выдано уже на сумму более 2 миллиардов рублей. Личный опыт работы с банком – лучший пример. За 4 года Олег Мамаев реализовал при помощи ПСБ уже 2 кейса. Сейчас новый проект в финальной стадии согласования кредитной линии. Люди влияют на все. Мы действительно с ПСБ работаем, как бизнес небольшой, мало. Да? И вот что хотелось бы подчеркнуть. Действительно оперативное принятие решения вот здесь, на текущий бизнес. Да? То есть банк даже помогает, не ждет, он инициирует, помогает, подсказывает. Бизнес делается людьми, он делается для людей и делается людьми. Поэтому здесь это очень важный факт. Также в рамках форума «Опора России» ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе. Семейный бизнес», участниками которой стали представители приморского предпринимательства. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.